спасая людей, предотвращая страшные вирусные угрозы. Это настоящий герой своего времени. Одним из таких героических людей была наша землячка, врач-инфекционист Людмила Павловна Романова. В Красногорском районе значительно снизились случаи инфицированных заболеваний. Людмила Павловна добилась ликвидации смертности среди детей от менингита. Это отмечено орденом «Знак почета». 1978 года за большие заслуги в области охраны здоровья советского народа присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ей ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Она действительно была всегда в гуще событий и была депутатом Московского областного совета. То есть человек абсолютно неравнодушный. Врач, особенно врач, настоящий врач, он переживает за каждого пациента. Он знает все и хочет сделать все, что на сегодняшний день возможно, для того, чтобы его спасти, ему помочь. В нашем городском округе 15 героев социалистического труда. И вот сегодня мы открываем Людмиле Павловне Романовой, нашему заслуженному врачу, герою социалистического труда, мемориальную доску. И, безусловно, Совет депутатов и наш вот депутат нашего Совета депутатов городского округа Шадриков Илья Сергеевич принялся активно за создание этой мемориальной доски при поддержке спонсоров. Да, уважаемые красногорцы, да, действительно, именем Людмилы Павловны Романовны мы обязаны и должны гордиться. Да, этот человек, который всю свою жизнь связал именно с охраной здоровья человека, именно благодаря ему в советское время на территории Красногорска удалось снизить инфекционные заболевания. Также она смогла победить смертность среди детей, которые болели менингитами. И сегодня в знак доброй и вечной памяти мы открываем мемориальную доску на здании дома, где она проживала. И это лишь малая часть той заслуженной дани, которую мы обязаны отдать этому человеку. Я и моя команда непосредственно приняли участие. Да, скажу, как мы с моими помощниками взяли, скинулись, и в свое время, получается, когда в феврале озвучивалась эта ситуация, мы присутствовали на комиссии, взяли на себя ответственность и изготовили эту доску. Впредь, и как я и говорил, скорее всего, мы будем поэтапно обновлять мемориальные доски на нашем округе, потому что они требуют ремонта. Самое главное, не болеть. Спасибо. Разрешите от имени районного совета ветеранов поблагодарить всех тех, кто откликнулся на нашу просьбу для того, чтобы установить мемориальную доску Романовой Людмиле Павловне. Мы очень долго этого добивались, и наконец-то этот вопрос был решен с поддержки и администрации, и совета депутатов. Особую благодарность мы высказываем Шадрикову Илье Сергеевичу за такой его самоотверженный, можно сказать, отклик. Это действительно стоит того, чтобы такой человек имел доску мемориальную, к которой можно будет прийти и всегда поклониться в знак благодарности той работы, которую она проводила за всю свою жизнь.